Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Маша Кац, я певица и вокальный продюсер. Приглашаю вас на занятия в свою вокальную мастерскую. Для меня и моих коллег занятие вокалом – это не только образ жизни, философия. Это духовная практика, если хотите. Ведь голос не тот инструмент, который мы можем взять в руки. Голос рождается внутри нас и несет огромную информацию о своем владельце. Мудрецы говорят, что самый долгий путь от сердца, где рождаются все наши мысли и эмоции, к разуму. Я убеждена, что нам придется пройти путь гораздо более длиннее. От сердца к разуму, к осознанию этих мыслей и эмоций и, наконец, к вербальному звуковому рождению. Вот это рождение смысла и звука должно стать отражением нашей души. Вы спросите, чему вы можете нас научить? Вокал во всех его проявлениях. Постановка дыхания. Это в первую очередь. Речевой вокал. Вокал в движении. Вокально-сценическая речь. Умение работать на современном оборудовании. Это очень много всяких разных тонкостей, которые мы готовы с вами поделиться. Выбрать микрофон. Работа в мониторном поле на сцене. Работа в студии. Ну и, конечно, все смежные профессии. Это актерское мастерство, пластика, хореография, возможно, постановка какого-то номера. Ведь у нас занимаются не только новички, но и уже очень именитые артисты. Итак, вы пришли ко мне на первое прослушивание. Что мы ждем от него? Я жду, что вы расскажете о себе, покажете свои вокальные данные, обрисуете перспективы. Может быть, вы уже известный человек или только начинаете свою профессиональную карьеру. Главное, чтобы мы поняли, сможем ли мы быть полезны друг другу. Если я буду знать, чего вы ожидаете от наших уроков, я смогу составить индивидуальную программу для вас. И если у нас все будет получаться, вперед к занятиям. Занятия в нашей мастерской – это уникальная возможность делиться тонкостями и нюансами техникой вокального мастерства. Я искренне надеюсь, что мы приблизим с вами то время, когда искусство будет идти бок о бок с ремеслом.